А, Сэм, ты опять все съел? Это не я! А кто тогда? Это... Это мистер Принглс. Ну да, а что, сам приготовил и сам решил съесть. Хм, а может он нам сам об этом расскажет? Так он это, уже ушел, дел-то у него, ого-го! Ничего, через часик мы его вернем и все узнаем. Всем привет, ребята! Сегодня у нас довольно необычный проект, ведь мы сделаем человечка с упаковки Принглс. Это, наверное, будет долго и трудно. Сделать туловище, сшить костюм, съесть все чипсы. Ха, чипсы ты уже съел. И вообще, все будет быстро и несложно. Главное, творческий подход. Ну, этого у нас хоть отбавляй. Давай скорее начнем. Так я уже и начала. О! Вот, отрезаю нижнюю часть от упаковки. Ребята, не забывайте быть очень осторожными при работе с острыми предметами. Продолжаем аккуратно разрезать упаковку. Это мы так добираемся до нужного нам лица, да? Не совсем. Все остальное нам тоже еще ой как понадобится. Ты намекаешь, что костюм будет сделан из упаковки чипсов? Ну да, мистер Принглс не может быть сделан из чего-то другого. А начнем мы с брюк. Нам нужно вырезать из упаковки 4 заготовки под брюки. Вот такие. Экспресс-вырезка! Экспресс-вырезка! Вы воспользовались услугами лучшей экспресс-вырезки. Сэмми, отлично сработано! И не забудьте снять верхний слой упаковки, ребята. Сэмми, а что ты там читаешь про Принглс? Уже рецепт ищешь? Нет! Оказывается, компания долго не могла придумать название, пока один из сотрудников не заглянул в справочник. Там он увидел улицу Прингл Драйв, и название понравилось всем в компании. Неожиданно! А кто же нарисован на упаковке чипсов? Это повар Джулиус Прингл. Так вот, как зовут нашего человечка. Джулиус. Пойду и я загляну в справочник. Возможно, тоже родится что-то гениальное. Я не буду расстраивать Сэма и говорить, что никто уже давно не пользуется телефонными справочниками. Так, ребята, давайте приклеим тут кусочек скотча. Сью, я что-то не нашел телефонный справочник. Не бывать новым гениальным идеям. Сэмми, справочник не единственный источник для вдохновения. Вообще да. Еще можно пересмотреть несколько видео на нашем канале. Ваше мое вдохновение, ребята. Так, у нас готова вот такая основа. Сейчас превратим ее в полноценную штанину. Знаешь, я бы тоже не отказался от ярко-зеленого костюма. Ого, интересно, и зачем он тебе? Он бы подчеркнул мою индивидуальность. А еще, я думаю, он скрывает в себе одну суперспособность. Какой уже? Ускорение времени! Эй! Как тебе такое, Илон Сью? Неплохо. Получается, ты и без костюма так можешь? Стоит только поверить в себя. Уже готова штанина? Почти. Нужно только придать ей необходимую форму. Сделаем изгиб в колене, чтобы ноги нашего человечка выглядели естественно. Вот так. Теперь создадим объем у края брюк, чтобы мистер Принглс не был плоским. Я уже сделала зарубки у полоски скотча. Приклеиваем вот так. Обматываем скотчем. Кстати, а куда пропал Сэм? Ну и теперь создаем объем у штанины. Готово! Кажется, я вовремя успел. Только что доделал. Сэмми, я рада, что ты не тратил время зря и лопал шоколадки. Но зачем это? Упс, ошибочка. Перепутал реквизит. Вот что я успел сделать. А фантик это так, понадобился для вдохновения. Сэмми, ты просто умница! Очень важно придать штанам нужную форму, ребята!
От этого зависит реалистичность нашего джентльмена. Я повторю то, что сделал Сэм с первой ногой. Так наш мистер будет смотреться еще живее. Главное, чтобы из-за скотча штаны не выглядели как латексные. За это не переживай, все будет выглядеть как надо. Итак, ребята, мы переходим к изготовлению верхней части нашего человечка. Немного магии не повредит. Оп! Неплохо, Сью, только вот в такой пиджак не влезет даже самый худой человек в мире. Конечно, Сэм, поэтому мы должны придать объем пиджаку, как до этого брюкам. Кстати, Сью, не думал, что чипсы Принглс послужат для меня источником мотивации. Судя по надкусанным чипсам, я догадываюсь, на что они тебя мотивируют. Нет, Сьюзи, речь о другом. Первое время чипсы не пользовались спросом. И многие эксперты даже предлагали навсегда снять их с продажи. Но компания не сдалась. Спустя годы перезапустилась и пришла к успеху. Так что очень важно никогда не сдаваться и идти к своей цели, ребята. Ого, так наш мистер Принглс может быть отличным бизнес-тренером. И пиджак для него как раз готов. Еще не совсем готов. Сэмми, это что, воротник? Именно. Спереди приклеиваем две детали. Вот так. И две другие сзади. Я все понял, я доклею. А я пока сделаю то, что будет под пиджаком. Немного магии. Ну и пока Сэм не видит, воспользуюсь еще раз чипсовой магией. Оп! Так, я вижу, что под пиджаком все тоже будет стильно. Это хорошо. Вот, держи. О, уже готово? Да. Отлично, сейчас мы это совместим. Приклеиваем сначала рубашку под пиджак. Кажется, рубашка немного коротковата. Да, но мы делаем только ту часть, которую будет видно у нашего человечка. А еще у нас вырезаны вот такие детали. Уже понял, для чего? Ну, либо наш мистер Принглс решил стать панцем с огромным ирокезом, либо это будущие руки. Верно, это руки. Так что давай все склеивать. Кто съел мои чипсы? Кто бы это ни сделал, я куплю тебе новые, честно! Не бойся, это всего лишь руки нашего мистера Принглса. Хм, стиль мне напоминает людей из мультфильма «Тайна Коко». Да, сходство есть. А теперь перейдем к обуви. О, туфли тоже будут яркими! Да, Сэмми, мы делаем яркого человечка. Со своим уникальным стилем и ярким образом. Приклеиваем сюда... Будьте аккуратнее, детальки очень маленькие. Знаешь, Сью, я тут подумала, что почти все хотят одеваться ярко и уникально. Но большинство стесняются это делать и следует навязанным кем-то нормам. Почему же я не могу ходить по улице в цилиндре? Например, с зелеными туфлями как раз. Ох, представляю тебя в таком наряде. Экстравагантно бы ты выглядел. Впрочем, ты говоришь правильные вещи. Не стоит бояться осуждения других людей. А самое главное, не надо осуждать других, тем более за внешний вид. Может, добавим еще одно прилагательное в название канала? Мудрый. Так, что-то ты замечтался, Сэмми. Лучше вырежи аккуратно лицо нашего мистера. Сейчас все сделаю. И, конечно, я буду очень осторожен при работе с резаком. Сью, я подумал, что мистеру пригодится шея. Вдруг решит галстук завязать. Молодец, Эми! Так, лицо уже есть, а ботинок у нас только один. Секундочку. Оп! Вот такие необычные и элегантные туфли у нас получились. Сью, они шикарные! Надо запустить серийное производство! Но кто же носит ботинки без носков? Кстати, это довольно модное явление сейчас. Один ботинок готов. Возможно, Сэмми, но такие ботинки с носками – это классика. А классика всегда будет в моде. Ну что, теперь осталось все это соединить. Благодаря тому, что мы вставили в ботинки специальные бумажные трубочки, они идеально входят в брюки.
Вот так. Теперь соединим верхнюю и нижнюю части тела. Отлично! Вставим голову вот так. И вот наш мистер собран и почти готов. Сью, я так и не нашел подставку для мистера. Уже везде поискал. Ничего, она сама тебе нашла. Ну вот, осталось дособрать человечка и приклеить подставку. Минутная готовность! Ну что, Сэмми, сейчас-то мы и узнаем, кто съел мои чипсы. Подожди, давай хоть полюбуемся работой. Согласна, тут есть чем полюбоваться. По-моему, это одно из лучших наших творений. И разве так уж важно, кто когда-то съел какие-то чипсы? Раз мы проделали такую работу. Не волнуйся, Сэмми. Конечно же, мы делали человечка не ради этого. Как думаешь, кем бы мог быть такой господин? Очень похож на ведущего какого-нибудь шоу. Например, кулинарного шоу «Сэм и Сью». А? Как тебя? Хорошая мысль, но мне больше нравится кулинарное шоу «Сью и Сэма». Ребята, как видите, все было быстро и просто, а результат получился замечательным. Попробуйте и сами сделать такого человечка. Ладно, можно и чипсов поесть. Уж ты это знаешь. Итак, спасибо вам большое за то, что досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Пойду выпытывать у мистера Принглса рецепт таких вкусных чипсов. Пока-пока!